Надо на следующей неделе уже под завязку надо обязательно навести дома порядок, потому что потом надо будет уже готовиться к поездке к родителям. А, кстати, я хотела предложить же 21-го. Может, тогда возьмем Дану со Славой и съездим на пикничок? Какой день? Суббота это будет? Через следующая суббота. Погода хорошая будет, я посмотрела уже. Можно, если они согласятся? Ну я вот, а не потому что вы... Мы дверь открыли. Сережно, ну, там висит это еще. Ну, Баня, столько видео на YouTube, знаешь, видео? Они поедут на эти выходные к Славкиным родителям, а следующие выходные они будут здесь. Можно будет в субботу с Даной сразу договориться, ой, в понедельник. И в субботу выехать куда-нибудь, съездить, пожарить курей, крыльев пожарить. Дети поиграют, мы все поиграем. Развлечемся. Надо, наверное, на эту ехать. На речку теперь, нормальную речку. Ты скажешь, куда ехать? Потому что Славка не очень окрестности знает. Куда скажешь, туда поедешь? Это я знаю. Я бы, знаешь, в Боровой съездила с удовольствием. Воздухом подышала. Потому что потом мы уедем в конце июля, вернемся. Потом пока мы в Алмату съездим. Сюда-сюда. Лариса поедет, когда она мне сказала, в июле, в Корею, на тренинг, на 10 дней без Ярыша. Я говорю, как же она такой согласилась? Она говорит, ты знаешь, когда мы подавали заявку, сказали всего на 5 дней. А потом, говорит, когда уже все подтвердилось, все оформили, сказали, что типа вся программа занимает 10 дней. Она говорит, я не знаю, как я поеду, но вот поеду. Я говорю, ну, она говорит, в принципе, он у меня парень уже взрослый, вот входит теперь в этот детский сад уже. В частный, да? Да, вот Надя, где ее работает, она туда его и отдала. Частный, они пошли. Поехали, мальчики, пока те стоят. Только я противница детского сада в нашем окружении. Да, папа его пропустил. Мимо. Мимо пропустил, да. Ты же осторожно, не смахни, да, он задевает немножко. Ну, спасибо. Чтобы аварию не сделать, да, папа аккуратненько. Где твой регистратор? Ты мне даже не похвастался. Я не хвастаюсь обычно. Ты мне показываешь, вот, дорогая моя.